В администрации Северского района провели еженедельное планерное совещание. Состоялось оно под председательством заместителя главы муниципалитета Дмитрия Малова. Обсудили целый ряд вопросов, в том числе о предоставлении земельных участков семьям участников специальной военной операции. Дают их под индивидуальное жилищное строительство, ведение подсобного хозяйства, садоводство и огородничество. На сегодняшний день выдали 8 участков в разных поселениях района. Всего поступило около 50 заявлений от желающих получить землю. Рассмотрели и вопрос об исполнении поручений губернатора Краснодарского края. Их около 120, и руководителя муниципалитета, адресованных главам поселений. Касаются они разных сфер жизни, будь то необходимость нарезки кюветов, налаживание водоснабжения или спила аварийного дерева. Обсудили работу с обращениями граждан. В этом году поступило их около 1500. Вопросы поступают в основном по жилищно-коммунальному хозяйству. Это водоснабжение, электроснабжение. В том числе обращения поступали и на выездных приемах, прошедших в поселениях района. Благодаря такому формату с вопросами и проблемами к специалистам администрации и различных районных служб люди могут обратиться на месте без многочасовых очередей и поездок в районный центр. В ходе планерного совещания обсудили также вопросы взаимодействия местных администраций с ресурсоснабжающими организациями.